Здорово, коллеги. Что там по звуку, сами скажите. Так, сегодня рыцаря красим, второй скин. Пока опять без планшета. Потому что на самом деле, по-хорошему, нафиг не нужен. Только чтобы какие-то красивые штучки вырисовывать. Но это под самый конец. Все остальное можно мышкой делать. Так, вот какой, собственно, первый был скин. Можно снять с него маску. Второй будет вот в таком стиле. Красный, желтенький. Ну, пока основные цвета накидываем. Но на самом деле ты уже по большей части накидал. Поэтому можно продолжить. Так, ну, собственно, основные цвета я вообще набросал, ну, уже идея-то понятна, ремни не стал перерисовывать, потому что ремни и так вроде прикольно вышли, и особо смысла их менять нет, пряжечки только на золотистые переставлю, все остальное пока остается такое, как есть. А сейчас узоры будем рисовать на доспех и всякие мелочи, и, честно говоря, думаю, может, для мелочей все-таки за планшет сесть, ну, ладно, пока подумаем. Отключаем, как обычно, все. Так, сумки. В сумках, в принципе, меня все устраивало, за исключением того, что можно было немножко золотишко. Ну, да, да нет, так всегда выигрышный цвет. Синий с белым прикольно смотрится, или с желтым. И красный с золотым очень всегда хорошо смотрится. Это такие универсальные, на мой взгляд, сочетания. Зеленый тоже с зеленый, да, вот зеленым более сложноватенько. Ну, собственно, сейчас переделываем все под новый цвет. Ну, переделка она такая чисто косметическая. К примеру, мы можем взять ведерко, разницу цветов поставить, чтобы она только по определенному цвету рисовала. Так, и попробовать накинуть дополнительные элементики. Ой. А, я золото не выбрал. Вот наподобие вот этого. То есть немножечко такого золотистенького цвета добавить. Но в целом больше тут особо ничего править не надо. Зеленый с красным неплохой. Ну, я насчет этого не совсем уверен. Это цвета противоположности. Но, наверное, да. Как на контрасте сыграть, наверное, можно. Так, сделал новые ткани. Ткани сделал просто. Нашел в инете ткань, собственно. Точнее, материал готовый. То ли для Substance Painter, то ли для чего-то кто-то делал, короче. Вот, и, в общем, соорудил из него материал, просто-напросто все, что было, добавил в нужные слоты, и все, и получил нормальный цвет. Ну, клубника красная с зеленым. Ну да, так, ладно, это у нас шарфик. Заполняем весь слой. Начинается. Ну да, ну блин, что ты, пусть дискуссия в чате пройдет. Все повеселее. Катька, ты больше всех на стрим рвалась. Ты тут вообще? Так, ставим на слой выше. Включаем посветлее материал. Можем предпросмотр включить, посмотрев, что у нас будет. Потом ставим рисовать только по вершинам. Регулируем, как нам нужно. И, соответственно, заливаем.
Так, после этого переключаемся на более темный цвет. Слой мне лень создавать. Это не первый. Здорово, Василий. Это не то же самое, что в первый раз я мучился с подгонкой. Здесь уже предельно все ясно, как будет выглядеть. Поэтому особо по слоям я разбивать не хочу. Так, включаем режим рисовать только по нижним краям. Делаем так, чтобы складочки подвыделились немножечко. И заливаем. Видите, уже все переименовано. Мне даже ничего не надо особо нигде искать. То есть я, к примеру, могу вот так вот шарфик этот отодвинуть, могу включить к нему дополнительно робу. Он получился чуть темнее, но поскольку его будет почти полностью доспех закрывать, для нас это особо не важно. Так, и можем сразу включить еще и нижнюю часть робы. Вот так вот она выглядит. И теперь, если вы заметили, да, то здесь у меня она вот так вот разлинована. Ну, то есть для разнообразия, да, как будто одна часть белыми квадратиками покрыта. Можно попробовать вот эту часть покрыть черными квадратиками. В принципе, я думаю, будет смотреться довольно-таки выигрышно. Ну, в любом случае, слой, который потом удаляется, роба, ой, по-русски. Рисуем рободетали и начинаем прикидывать, что с ней можно сделать. Я думаю, надо попробовать. Вот смотрите, опять же, очень важно соблюсти контраст с щитками желтенькими. То есть я могу попробовать вот так вот отключаю рисовать нормалькой, рисовать блеском, чтобы материал был точно такой же, как у робы вот этой. Ставлю, чтобы не было... Ой... Так, что это за хрень у меня тут? Блин. Эй. Короче, прикол в том, что я тут какой-то щиток удалял. И у меня из-за этого, в общем, гигантская картинка получилась. Удалить я его не смог, но его как бы он в сцене остался, но у него без, он без всего. Перегружать меня особо охота. В общем, смотрим. И надо попробовать сейчас сделать вот такую штуку. Включаем рисовать линиями ровными. Отключаем рисовать на задней грани. Черный цвет у нас есть, но мы его прям не совсем черным сделаем. Чуть-чуть вот так вот. И можно попробовать вот так вот сделать. А, только симметрию надо не забыть включить. Попробую. Попробовать надо как-нибудь. Вот так. Чего вы пытаетесь? Блин, я... Так, вымерял. Лучше придерживаюсь нескольких цветов. 2-3. Белый, перс, бело-зеленый стиль. Ну, в теории, да, как бы. Нет, ты можешь, конечно, и дохрена цветов напихать, но будет это смотреться как каша. Но в целом, я вот придерживаюсь такого, что как бы должен один цвет оттенять, типа другой и так далее. Ну, вот, к примеру, да, вот такая вот штука. Вроде она смотрится так, ну, постольку-поскольку, да. Но в сочетании с тем, что сверху-то одеты золотые доспехи на плечах, то она с ними очень даже неплохо контрастирует. Ее единственное, надо пониже чуть-чуть сделать. И вот эту щелочку, что я сделал, она бесполезна, потому что ее не видно практически. Поэтому мы опять вот это все отключаем. Так, включаем робы наши. Вот. И вот это вот. Все закрашиваем окончательно. И, ну вот здесь, смотрите, мы сейчас сделаем вот так вот пониже. И вот смотрите, сейчас очень важный момент. Вот здесь можно показать, скажем так, свою скиллуху в дизайне.
Можно не просто, к примеру, вот такую штуку сделать, да? А можно, к примеру, порисовать вот такой вот домик. Единственный минус вот такого вот заборчика, да, это то, что у персонажа в этом месте будут растяжки. Все-таки у него анимация ударов есть и так далее. Идеально ее вряд ли удастся подогнать. Поэтому, к сожалению, да, как это делай, но может оказаться, что это не самое хорошее решение, я бы так сказал. Так, сейчас, секунду. Так, секунду, ВКонтакте тут кто-то в друзья хочет. В Пейнтере вот не хватает таких способов рисовать. Да нет, там скорее всего все есть. Ну кого-то он, да, Пейнтер он больше заливка материалами с настройками. А кого-то он больше порисовать, типа хендпейнта. Так, ладненько. Вот эту черную часть лучше нормально сделать, чтобы она казалась отдельной тряпкой. Ну вот, как бы я не уверен. Нужно как раз тестить. Здесь нельзя предугадать. Можно попробовать нормалькой сделать, чтобы она выделялась немножко на фоне. Ну, но на самом деле она, да, она должна быть тряпкой. Ну, по-хорошему, давайте так. Опять же, стоит ли что-то делать, если... Сейчас сохранение пройдет. Стоит ли что-то делать, если этого почти не будет видно? Вот тут еще на это нужно упор сделать. Этого может не видно быть. Я тут сейчас выделываюсь, а при этом ничего хорошего из этого не получится. То есть... Нюансы тоже есть, надо все смотреть. Блин, чуть-чуть я не там нарисовал. Как всегда, сохранение вовремя. Да, и причем меня поймал он такой штуки, что я не закончил. И придется сейчас этот, в этом месте, ну или оставить можно. Тоже елки-палки, может дизайн какой-нибудь. Надо еще посмотреть, что нам тут сзади нафигачило. Видите, сзади тут немножечко сбилась вот эта часть. Убираем рисовать по задней части. Можно попробовать вот так вот сделать. Не уверен, что сработает. В зоне симметрии все время какой-то косяк выскакивает. Ну, в данном случае вроде обошлось. Ну, здесь можно немножечко обыграть по-другому, раз уж пошла такая пьянка. Вот, к примеру, сделали, да? Посмотрели, как это будет выглядеть. Ну, вроде как металл подчеркнут. Единственное, что здесь, я думаю, может еще красным такой, типа, кантик подвести. Ну ладно, надо подумать дальше, что у предыдущего персонажа было... Были квадратики, короче. В идеале можно, если это второй скин, то можно тоже попробовать как-то эти квадратики обыграть дополнительно, да. Только вот мне не хотелось бы прям идеально повторять. То есть либо сделать по низу их, либо по центру. Квадратики делаются несложно, включая маску. Вот она включена. Вот, настраиваем ее приблизительно. Тут главный угол наклона, да? Вот. И можем посмотреть. Допустим, если мы красить начинаем. Просто вот так вот. Есть идея покрасить вот так.
либо полностью. И вот куда-то я сюда вот хочу еще попробовать. Только с одного края. Можно, если у того с того края, то этого можно вот сюда вот так. Либо вот такой вариант, либо у меня еще есть идея попробовать. Либо можно попробовать. Классно, ну, там у тебя получилось, долго запарился. Честно говоря, получилось такое дерьмо, что я думал выкладывать его за деньги или просто на халяву, потому что такая шляпа, я вообще капец. Я парился, парился с цветами и так и не смог нормально подобрать. Либо я вот так вот думаю, может быть, вот так вот попробовать сделать. Я думаю, наверное, вот так оставлю. Привет. Как это главное, сама у меня стрим выклинчила. Сегодня не хотел ничего стримить и не пришла. Так, короче, давайте. Топовое решение. Вот сделаем по краю. Мне так хочется. Как можно попробовать это реализовать, чтобы полоской? Можно сделать вот здесь вот. В редакторе текстур включить. Нет, не прокатит, наверное. Ну ладно, тогда выставляем ровно. Ставим дополнительный слой, который будет робо, прям так назовем, квадратики. Вот, выставляем кисть, выставляем рамочку прямую. Может, знаешь, челика зовут Сергей Грицаев, 4 часа текстурил самоваром. Серьезно, может, знаешь, тоже стримит. Не знаю, но, блин, 4 часа текстурить самовар, ну хер его знает. Так вот мы сделаем приблизительно. Или даже можно чуть-чуть покрупнее. И краешки подотрем стерочкой. Что можно стрима выпрашивать? Да, представляешь. Особенно если ты девушка с приятным голосом, то можешь выпросить. Ну, ты сразу отпал по понятным причинам, ты понял, да? Блин. Что-то у меня кашель не проходит, надо будет, наверное, к врачу, он мне антибиотики заставит пить. Первое впечатление было крутое. Не, при определенных ракурсах он выглядит офигенно, как в кино. Я там просто пару рендеров сделал, но не знаю. Так, смотрите, маску отключаем. И поскольку у нас это все-таки рыцарь, да, или калы там у них, может, и были какие-нибудь, но у них, скорее всего, там они не были эти картинки идеальными. Как раз вот, ну не знаю, мне нравится. Я не люблю, когда все прям идеал. То есть на самом деле так не должно быть. И у тех же рыцарей, хоть они супер богатые были, тоже ей эти картиночки смазывались и так далее. Поэтому надо их посмазывать потихонечку. Так, а теперь чего-то не хватает. Я думаю, 8 часов стримить. Ну, не знаю. Пишите все, кто хочет стрим, я буду их выпрашивать. Да, мне просто игру иногда наговариваюсь. Так, смотри, что делаем. Мне не нравится вот эта фигня, что она однотонная. Мы сейчас сделаем вот такую штуку. Просто-напросто фигакнем сейчас здесь какую-нибудь шнуровку какую-нибудь. Она будет оттенять, скажем так, немножечко. Поэтому выбираем ленты. Выбираем не дефолтную, а вот MB Stitch. Какую-нибудь вот такую вот штучку. Так, и смотрим.
Тут особо мегаточности не надо. Чем мне нравятся доисторические всякие штуки, это тем, что все шили через одно место, еще станков не было, пошивов, поэтому можно. Вот, поэтому можно по полной программе изощриться и тут такой херени понарисовать, что ух, кривой косой рукой, но можно. Я думаю, оно все будет хорошо смотреться. И вообще, честно говоря, не особо понимаю этих людей, которые там варваров лепят или текстурят, или рыцарей каких-то там, не знаю, доисторических. И прям у них все такое гладенькое-гладенькое, хотя ни хрена там ничего не гладенькое было. Даже в реконструированных доспехах и то не могут ровно ничего сделать. Я уж не говорю про то, что все остальное вообще шляпа была полная. Так, ты что, любитель шахмат, все рыцарями суешь? Надеюсь, девушки рыцари, ты их не вставил? Нет, я не любитель шахмат, но просто если посмотреть основные их узоры, у них либо гербы, либо вот такая вот штука, они, видимо, как-то то ли это обозначение какое-то, или в глаза бросалось. Так, можно мышкой рисовать, если руки трясутся, как в ZBrush. Здесь есть вот этот инструмент сглаживания, который позволяет эти штришки нарисовать более-менее ровно. Вот. Здесь у меня вот такие вот элементы остались. Я думал доспехи в свое время тут нарисовать, но при этом не стал их рисовать. Но эти элементы можно и как бы на пользу родине пустить. Так, а я что, тупанул, симметрию не включил, что ли? Бля, барана. Ну, с другой стороны, а в коде можно свет в цвета запечь, как в Substance. Хрен его знает. Я даже не знаю, что это такое. Свет в цвета запечь. Ты можешь Ambient Occlusion смешать с обычным цветом? Я не знаю, можно ли это считать запеканием. Ой. Так, и отключим временную ленту. И нахреначим что-нибудь типа крестики-нолики. Я говорю, это, конечно, вряд ли прям все будет видно. Это же вот так будет. Но, кстати, видно на таком приближении из-за того, что он контрастный. Так, давайте попробуем все-таки симметрии, вот, по крайней мере, с этой стороны, чтобы не париться. Так, что-то поменялось в этой штуке. Блин, ну, кстати, у кого-то было так, что начинаешь подбирать какие-то рефы, например, для рыцарей, исторические факты этой эпохи. Ну, в идеале-то да, ты должен как бы подготовиться к этой штуке. Substance ставишь свет на 90 градусов сверху, и тогда к низу цвета плавно переходит из боли света, делается на цветовой гамме в утилизованных модельках. Не, слушай, такую фишку я тут нифига не видел. Включаем показывать симметрию, не то оно цвет, просто ощущение цвета крутит. Не забываем периодически этот шовчик отпускать, потому что если его не отпускать, то потом в случае проблемы не сможешь Ctrl-Z нажать. Придется заново все рисовать. В коте можно запекать, но нельзя эту штуку. Это не совсем запекание, как я понял. Это типа градиента какого-то цветового. В коде все можно, кроме анимации. Это универсальная программа, этим она и хороша. На ходу можно все, что хочешь сделать, переделать. Блин, а вот здесь я не сделал. Ну ладно, можно сейчас переделать.
А эти стежки есть стандартные или нужно докачивать? А, там от версии к версии код, по-моему, прибавляется вот этот вот набор этих стандартных штук. Но они делаются, это как ZBrush. В ZBrush как делаешь стежки, или можешь прямо из ZBrush это сюда перекинуть. Там просто как-то нужно настроить, знаешь, как перекидывать. Вот это дело сделалось в самом коде, не я делал. Но ты можешь просто нажать вот так вот правой клавишей мышки и редактировать в фотошопе. Загружаешь туда и вместо вот этой картинки стежка ставишь там любой другой перекрестный, там какой хочешь. И он будет также рисовать, ну то есть сохраняешь его как отдельная штучка. И он у тебя будет, я говорю, здесь можно вот, ну, в общем, короче, все, что ты в ZBrush лепишь, все сюда можно перенести. Только это будет не лепка, это будет рисунок по нормальке. То есть можно и вообще в ZBrush голую болванку. Ну, я, собственно, так и делаю по большей части. Единственное, что да, и при этом Ambient Occlusion не запечется. Это не очень как бы хорошо. Так, вот здесь у нас такая какая-то штука осталась интересная. Вроде такой косячок. Бля, слово какое блатное, косячок. В жаргон пришло. Так, но можно. Но если ты делаешь шов, тогда, на мой скромный взгляд, надо и нормалькой выделить саму ткань. Или его заметно не будет. Да, честно говоря, маловероятно. Я вот сижу как бы и думаю, что прям очень-очень маловероятно, что его будет заметно. Ну вот вы, да, вот так вот вроде она выделилась. Но, честно говоря, если сейчас штишок здесь сделаю, то разницы тоже особой не будет. Просто получается, если выделять прям совсем ткань. А я как бы думаю, ну хотя хрен его знает. Может и надо было выделить. Ну это, кстати, несложно сделать. Можно попробовать отключить сейчас все назад. Ну, то есть опять ткани. Ну, периодически посматриваем, да. Так. Блин. Единственное, что да, такая куча, все искать нужно. Так, ну можно попробовать вот так вот эту штучку выделить, поставить заливку, убрать все, кроме нормальки, и вхреначить вот так вот сверху. Вот. Как-то не банально, она вроде применилась. Ой, даже швы вдавились, она так применилась. Но эффекта я не уверен, что прям много от этого дела. Так что, так, ладно. Вот сюда я хочу ему что-нибудь все-таки захреначить черненькое. Надо его как-то, в общем, отполовинить, короче, чтобы половина одна от другой отличались. А голову доделал с волосиками. Уже и надеюсь, ты ему брови сделал. А, нет. Волосы есть одна прическа, не я ее доделал, это Родион делал мне. Но я еще пока, то есть он все доделает, которые я ему просил сделать. Тогда да. Покажу, да, собственно, можно одну ту, которую я уже тебе показывал. Блять, как бы так его красиво обыграть-то, елки-палки. Это самое сложное как раз в любом дизайне красиво делать.
Блин, конечно, много черного тоже лучше не делать, честно говоря. Убери шахматы до пояса. Нет. Сейчас. Надо. Я говорю, это вот с рисунками нужно экспериментировать. Так, сходу тяжело сказать, что будет. Они на отдельном слое, я могу их в любой момент вообще полностью удалить. Так, вот я думаю, что тут сделать. Так, надо черную полосочку сделать пока окантовочкой. Так, окантовочку делаем. Ну, это, собственно, весь рисунок на робби, поэтому делаем это все окантовочкой. Можно не супер ровное, как я уже сказал, это древние времена. Я думаю, что тут мало кто что-то в эти моменты. Плюс можно еще сделать, как будто это такая уже нанесенная краска или что-то, и она такая выцветшая. Кстати, сколько раз слышал про Макса на стримах, так недавно понял, что это Букримов. Слушай, я так вообще так посмотрел с именем Макс больше, по-моему, вообще художников я не помню даже. Так. Так. Интересно, эти полы у меня одинаковые или разные? Да, разные. Ну ладно, также точно стерочка это исправим. У нас концепта нету. Мы сам себе режиссер, и это не может не радовать. Ну ты испугал? Чем? Что сейчас? Что у меня кашель еще помру? Или я в миллимикрофоне так громко? Все фигня, сейчас есть какой-нибудь скример вылезет на весь экран, потому что все с инфарктом, что слежите. Так. Так. Что надо-то? Что надо нам? Так, надо посмотреть. Или может действительно квадратики эти нахер убрать? Что-то они прям ребята ж. Да, что-то квадратики в этом случае что-то такое себе. Поэтому да, наверное, давайте их закрасим нахер. Только будем закрашивать максимально неряшливо. Все по заветам Фронера. Кстати, тебе, как тебе хоррор, есть любимый, кроме Outlast? А я Outlast как раз не очень-то люблю. Мне из хорроров нравится Resident Evil. Ну, не то, что в хорроры, но так просто. И попугаться, и пострелять. Далее больше, честно говоря, прям я особых и не знаю. Их реально. Блин, даже не знаю, короче. Не специалист я по хоррорам. Так, ну чего, будем
какие-нибудь стишки тут рисовать. Давайте порисуем, чтобы не совсем бедно эта ткань смотрелась. Так, включаем симметрию. Обычную кисточку, ленты. Переключаемся на желтенький. И попробуем какую-нибудь. Нет, ну вот это уже было. А надо что-нибудь. Dead Space. Вот, нет, Dead Space тоже классно. Но я только в первую игру. Там прикольная штука, это звук. Бля, да, не получится. Там звук классный был, когда вот ты ходишь, по-моему, первая игра, где вот реально шаришься, когда по этому кораблю, там где-то что-то все скрипит, шатается. Потом-то вроде эту фишку везде стали пихать. Но в свое время Space был прям первопроходчиком в этом случае. Так, блин, вот это... Они все ничего, но я любитель старых Silent Hill. Silent Hill я тоже проходил в свое время. Но это так прям совсем ты уже что-то в древности какие-то полез. Честно говоря. Так, если... Привет, попробуй сделать квадраты не черного, а темно-красного. Да, возможно, это решение. Но я думаю, что-то в этом скине, наверное, вообще не будет делать. С ними тоже не надо перегибать. Так, включаем развертку нашу. Приближаем ее. И вот тут на развертке мы прекрасно видим, что ничего не видим. Это нам позволяет развертка так порисовать. И у нас это будет все вот так отображено. И даже можно попробовать сюда зафигачить двойной шов. Ой-ой-ой. О, да, я его помню, на второй блоке проходил. Но сейчас это, погодите, ремастеры выйдут всего. Они поняли, что на это можно деньги рубить. Идея была хорошая, а графику сейчас подтянут и будет все топ. Насчет графики, тот, кто хочет, может по 3D модельки скачать их и посмотреть. На самом деле они там довольно-таки так себе сделаны. Но если это в игре, смотрится прикольно. Кстати, по-моему, первый из моделей, где стали подходить уже типа, ну так себе, подход стал к качеству. То есть они там тоже пересекающиеся всякие эти пошли. Так, а почему я не могу рисовать тут? Странно. Нет, я все-таки не могу без всяких там крестиков, простите меня. Я сейчас нарисую крестик. Ну, ничего, кстати, вроде, да? Даже можно с трясущейся рукой нарисовать. Правда, это у меня уже что? Робоквадратики называется? Слой.
Никаких нахрен квадратиков тут и нет. Так, можно вот здесь вот прям порисовать. Если там все криво-косо, то можно вот здесь. Пользуйтесь возможностью рисовать по развертке. Это очень неплохая штука, особенно когда у вас вон там черти знает, что творится. Ну, блин, я не знаю, мне все кажется, иногда, конечно, перебор деталей это не очень хорошая штука, но я не могу, мне он нравится, хрен знает. Так, и металлические, обязательно, клепки, без них вообще никуда. Только вот в данном случае они будут у нас не металлические, они будут позолочены. Включаем металличность, убавляем шероховатость где-нибудь до 55, только металличность, я что-то заметил, лучше на соточку не ставить. Ну-ка и попробуем. Ну, вот так вот пока нарисуем. Тут наклепки-то, конечно, мало, наверное, похоже. Но какую-то мазню больше. Или их сюда вот. Вот. Сюда, наверное, вытащить. Крестоносец в прямом смысле. Так они и назывались поэтому крестоносцы, что у них везде кресты были, они же крестовые походы ходили. Хотя я послушал тут последний раз Клима Жукова, если знаете, кто это такой. И он, короче, там, да, порассказывал про эту штуку, что там под крестовым походом любой грабеж, короче, под видом, типа, что это надо сходить, типа, в крестовый поход. Подразумевался под этим любой грабеж. Пойти кого-нибудь ограбить. Так, а с этой стороны, чтобы не голенько смотрелось, мы можем попробовать нарисовать какие-нибудь интересные стишочки на пол тушки. Так, вот это спина, это перед. Так, включаем опять сглаживание режим и попробуем. Ой-ой-ой. Ленты забыл включить. В фильме «Царство небесное» тема хорошо раскрыта. Был даже детский крест. Но я говорю, там у них... Ну, я говорю, блин, как это? Самые... Как это? Есть же поговорка, что самые... Страшные злодеяния делаются под этим, под тегом, что это за Бога и за прочее, к сожалению. Я думаю, вот это вот тоже квадратиками забодяжить. Даже на другой стороне также делать надо. Это специально без симметрии. Да, я не люблю симметрию. Самое классное, всегда самое классное, это то, что несимметрично рисуется. Кто бы что ни говорил, а раньше симметрия была, потому что, короче, пытались экономить. По большей части из-за этого фигачили симметрию.
А сейчас это не нужно, и поэтому... Забугай вперед. Да, ну сейчас так же. Попробуй что-нибудь запостить такое, тебя сожрут. Ну как сожрут? Страницу забанят, штраф наложат. У нас, как там говорят, у нас как в Северной Корее, только там всех этих казнили бы уже давно. Так что у нас не как в Северной Корее. Так. Давайте-ка на нижнюю робу спустимся. На самом деле, почему я так со с робой вожусь? Потому что практически это почти половина персонажа. То есть, видите, тут, допустим, я не нарисовал нижнюю часть. По идее, это тоже надо было сделать. Так, это крупновато. Все время слетает, когда до самого низу доводишь. Ой. Бредовая штука, конечно. Ну что, не так? Тебя всегда получается так, как задумывал для всей импровизации. Ну, много импровизации, потому что, ты знаешь, иногда, когда ты задумал, а потом рисуешь и понимаешь, что есть идея покруче. Вот и все. Поэтому я не особо люблю те же самые концепты, даже когда сам себе их рисуешь. Потому что ты себя в рамки сразу же загоняешь, когда вот так и никак иначе. Или когда вот на работодателя там работаешь, и тебе говорят, больше всего терпеть не могу, когда говорят, вот у нас концепты есть, целая книга, нахренач по ним, а там, ну, скажем так, прям явно не мой стиль. И ты начинаешь объяснять, они говорят, ну ты попробуй, подстройся, блин, мне вот это больше всего прикалывает. Подстройся, говорит, под стиль, блядь. Как будто это так вообще легко сделать, прям вообще подстроиться под чужой чей-то стиль. То есть челик рисовал, типа подстройся под него, блин. Ну, самое как раз идиотское, что можно придумать, это подстроиться под кого-то. Поэтому я обычно, если беру заказы, там должно быть сочетание двух позиций, это 100%. Первое это то, что я сам придумываю и сам делаю. Второе то, что больше 1000 баксов заказ должен быть. И вы не поверите, довольно-таки часто такое находится. Привет, Машка. Вы там что-нибудь делаете хоть? Они то что-то все пропали, там что-то пилят себе. Интересно же посмотреть. Он мне Макс периодически присылает свои набросики, что он там сейчас пилит. А вы, блин, не, я учусь чему? Мне кажется, на рифе всегда лучше, чем я могу придумать. Все плохо, это тебе кажется? Нет, еще раз, ну я говорил уже многократно, блин. То, что ты не можешь что-то придумать, это не то, что на рифе хорошо, это то, что у тебя просто у твоего мозга отсутствует база, на основании которой он может что-то придумать. Как только ты эту базу пополнишь, то тогда у тебя то есть придумывать не из чего у тебя на данный момент. Больше смотри картинок, не знаю, кино какого-нибудь прикольного. Не какую-нибудь шляпу там дурацкую, а нормальную, какое-нибудь такое графонистое.
с хорошими идеями. И тогда потихонечку-потихонечку мозг будет наполняться образами, появится фантазия. Это называется фантазия. Нужно набрать много реф, штук 100 из них скомпоновать. Да, нужно набрать где-то штук 100 рефов и запутаться в них, и ни хрена не получится. Тебе можно кидать работы? Не, я всегда отказываюсь, но мне все равно кидают, говорят. Указывай. А я говорю, не, я не хочу указывать. Они мне говорят, указывай. И приходится указывать, короче. Так что да, можешь кинуть. Только я не знаю, куда. В ВК, если только мне кинешь. Потому что на данный момент только ВК. По большей части объединяет почти всех жителей нашего СНГ. Нужно один реф за основу взять. Не, вообще я всегда считаю, что надо взять три рефа. Первый — это общий силуэт. Второй реф — это крупные детали. Третий реф — это мелкие детали. И на основании этого всего уже пытаться что-то сделать. Ну ладно, стоит реф. Ну что, 15-20. Ну не знаю, мне кажется, что наоборот, когда у тебя очень большое количество рефов, это очень сильно сбивает. Тебе и там, и там, и там, и там нравится. В итоге ты начинаешь метаться. Ни хрена не можешь решить, что же все-таки тебе рисовать. И в итоге, блин, ничего хорошего, мне кажется, из этого не получится. Так, если один взять, то тогда это перс и выйдет, что на рефе. Ну, я тебе еще... Нет, почему один? Я не... Привет. Я говорю, что три. Но тут, да, нужно фантазию будет, чтобы хотя бы скомбинировать. Так, видите, тут кривая хрень вышла. Так, вообще давайте-ка мы вот это все удалим и на новом слое начнем рисовать. Потому что на этом уже достаточно. Нахимичили мы сейчас. Можем просто испоганить. Так. О, смотрите, какая прикольная штука. Вот это рисовал последним, но у меня уже начали удаляться вот эти элементы. Капец. Уже 3D код супер, блин. Так, вообще, на самом деле, надо бы уже, наверное, выгрузить его. Давайте, то есть это будет у нас робо швые клепки 1. Следующий будет тоже робо швые клепки. И поделаем клепочек. Ну, я не знаю, я говорю, я, к примеру, раньше, я говорю, я показывал много уже раз, я такие простые концептики лайн-арт типа рисовал с разбивкой по частям. То есть, как-то в этом плане, не знаю, у меня нормально. Но я говорю, ну, тут надо фантазию проявить. Вот, к примеру, получился вот такой вот элемент, да? Почему бы его, не знаю, не проявить фантазию, не нарисовать здесь что-нибудь вот такое вот. Как бы что это? Да я понятия не имею, но можно обыграть. Это будет уникальный элемент, и он будет выглядеть красиво. То есть мы вот так вот сделаем и обыграем это. Получился такой несимметричный элементик, прикольный вроде. Ну как по мне прикольный. Вам может не нравится, но ваше мнение меня не волнует. Как на стримах там обычно говорят. Алекс, все уже придумано, даже если ты сам сделаешь на какой-нибудь и скажешь, что спер его идею. Ну это да, это уже прописная истина. Там, если покопаться в работах в разных, там, в сущности. Да блин, ну как там Катька тут нас поучала на предыдущем стриме? Свет, перспектива и прочее. Все по этим законам рисуют.
Никто не рисует наоборот. Поэтому и ты уже заранее себя загоняешь в такие рамки, в которых тяжело нарисовать что-то уникальное, так-то уж если по-хорошему. Помню, как одна актриса возмущалась, что на эти доку украли ее лицо для Эли из Ласт. Да, конечно. Блин, юбка пустая, кажется. Ой, просто совсем пустая. Надо, наверное... А, надо метальчик сюда, наверное, бросать. Точно. Пикассо рисовал наоборот. Пикассо рисовал вообще хер пойми как. Так, ну чё, включаем наши любимые орнаменты. Сейчас будем портить всю картину орнамент. Потому что она какая-то реально пустая девчонка кажется. Поэтому мы сейчас что-нибудь такое цветастенькое. Ну, в стиль, короче. Так, девятка, нолик поворачиваем. То, что... Ой, я случайно восьмерку нажал. Пятерка возвращает все назад. Если вы вдруг вся какую-нибудь херню нарисовали. Ну давай, давай, давай. Блин, ну хорош тормозить-то. Так, давайте повернем и посмотрим. Так, это у нас металлические цветочки такие. Так, это где у нас нарисовано-то будет? Вот они какие-то слабо металлические. Их надо еще дополнительно метальчиком сейчас делать по полной программе. Так, убираем рисовать давлением, оставляем только цвет металлический блеск. Ух. А прозрачность поменьше сделаем, чтобы можно было поиграть немножечко. То есть цвет неоднородный делаем. То есть не во всех местах получается там как-то вот так вот проходимся. Как будто это металл, но металл неоднородный. То есть можно чуть-чуть робу эту задеть, слить. У нас с вами не 8, не 16К, где можно разглядывать под микроскопом текстуры. Текстуры на самом деле довольно-таки средненькие. По-моему, 4К тут на все тело, что, собственно, довольно-таки мало. Ну вот как-то вот так. А, ну на доспехах на самом деле это то же самое будет. Но мне сейчас нужно попробовать. Так, давайте на робе. Может быть она пустая, она либо черная, либо белая. Мария, если СП работаешь, стеки, металли, карафмы, карты, шпикуляр, она пустая, значит, надо перейти. Она либо черная, либо белая. Спекуляр? А он разве не текстурный, как и все оставшиеся карты? Просто я сколько не смотрел. Вот даже вот я последний раз этот посмотрел, знаете, какую? Как раз, по-моему, то ли Last of Us, то ли Beyond Two Souls, короче, игруху. И там спекуляр, знаете, какой? Там просто, короче, захерачили альбедо в спекуляр. И просто канал, типа, другой выбрали. И получилась, типа, нормальная тема. То есть, вообще так как-то странно. Ну, может, конечно, это погрешности того, кто вынимал модельку там из игры, но сам факт, что, не знаю, выглядит как прям так дилетантски вообще. Блин, как здорово вот этот челик, который делал вот эти штуки, узоры. Правда, я не знаю, в суд он меня за них не подаст, но вроде у нее там нету никаких лицензий. Ни коммерческих, ничего, просто одна единственная, думаю, можно, наверное, их юзать.
Хотя он... Ладно, вы там когда это со мной начнете говорить, вы что-нибудь там капсом напишите. Блин, прям да, орнаменты так прям хочется их все сюда зафигачить. Ну, по идее, рыцари же, у них доспехи-то по большей части у знатных, у них они были в таких орнаментах. Прям не совсем, конечно, таких, но были. Ой-ой-ой, чуть-чуть у меня все перевернулось. Так, ну ладно, давайте пока мы эту робу оставим в покое. Сохранимся. Еще раз говорю, ты крась, крась, мы поговорили. Ну да, ну я говорю, у вас не 16, а человек 100 бы было. Мы там вообще между собой общались, я бы тут молча сидел бы. Ой, не знаю я, чего на этом собственно. Ну хотя, блин, да, надо учить то, что у всех в тренде. Так, ладно, в общем, давайте тогда еще сейчас ворот на шее и все остальные доспехи. Мы сейчас их разрисуем, а потом поверх положим грязи, попрочем, накидаем. В общем. Так, нагрудник. Выделяем все, что... А, вот, кстати, нагрудник. Он у нас как будет виден? Тут ремешок. Этот у меня будет более такой рыцарский рыцарь. У него прям по красоте все будет. Ой-ой-ой. Вот такого делать не надо. Оно будет так предельно видно, поэтому надо давление поставить где-нибудь пятнашечку. Вот. И под конец можно вот здесь вот, смотрите, спад сделать побольше. И тогда краешки будут уходить на спад, видите? И не стесняйтесь, если что, комбинировать. То есть можно все эти орнаменты скомбинировать во что-то. СП для молодых. Да я бы не сказал, как раз раньше СП был очень крут, а сейчас его много кто догоняет, и квикс или прочие инструменты. Так, ну я что-то перестарался, потому что, по-моему, нахрен там ничего не видно будет. Так, ладно. Тут нарисовали. Теперь... Так, щитки на ноги. Самое прикольное, что у меня просто уже как это... Не то, что глаз замылился, а я просто когда выбираю, да, у меня прям... Реально, я делаю другую модель, но при этом я просто по этой, по интуиции выбираю, ну не по интуиции, а просто то, что я выбирал на предыдущую, хотя модель уже совсем другая, я не помню, что я в предыдущей рисовал, а получается, что я выбираю те же самые эти узоры. Потом смотрю, думаю, блин, а что это я... Ну, я говорю, блин, памятник тому чуваку. Хотя эти узоры, конечно, не очень-то сложно делаются, но все равно долго. То есть это надо брать plain ZBrush и на нем вот это вылепливать аккуратно, потом слепок делать. Все это... Ну, я говорю, тут прям такой набор вообще классный. Прям радует. Давайте их побольше раскроем. Это можно вообще убрать все вниз. Так, внешняя часть у меня будет скрыта под броню, ну как сказать, под броней, под плащом. Тут прям что-то мне как-то через задницу он вращается. Так, можно попробовать вот здесь вот типа клепочек сделать, пройтись по контуру. Хотя, говорю, это будет часть под броню, ее практически видно не будет. То есть вот эта штука, да, вроде как. Блин, слушайте, какая-то фигня с вращением происходит.
инверсия какая-то. Странно. Так, а я вроде ничего не включал, чтобы у меня инверсия там была. Ну ладно. Ко всему можно привыкнуть, как в шутере. Раньше, кто не в курсе, в Doom играли и прочие штуки с инверсией. То есть я еще в Doom играл с инверсией. Все, Андрюх, мы поговорили, теперь можешь чат читать. Да вы там о всякой фигне говорите, о каком-то сабстансе. Что это вообще за хрень? Квиксель обсуждаете или что там? А вон мне, сейчас скажу новое имя на стриме, Михаил. Вон Мих сказал, что он в Квикселе теперь рисует. Но сразу забегу вперед для тех, кто сейчас ринется смотреть, что такое Квиксель. Там нужно, чтобы хорошая была отделка в ZBrush. Что это? А, новое имя. Давайте прорекламируем. Можете на его стеночку подписаться ВКонтакте. Кто не подписан. А заодно в друзья кого-то тут возьму. О, короче. Мих, тебе реклама. Называется вот так группа. Чтобы знали, кто это такой, челик, который таких персонажей делает. Прикольно. Так, что это? Можете тоже подписываться. Он, правда, что-то редко выкладывается. Но, видите, очень-очень неплохие штуки варганит. Так что все прорекламировал. День. Круто. Ну да, молодец. То есть он ответственно подходит к детализации. Он уже месяц три как не выкладывает ничего. Отпишусь. Я им напишу, я с ним сегодня болтал. Но он этот, он выкладывает, когда для себя что-то делает. Ну, сейчас у него вроде заказики пошли. То есть... Блин, слушайте, что у меня инверт включился? Кто не знает, как в 3D-коде у меня что-то с инверсией мышки. Я вниз тяну, он у меня вращается вверх. Так, может тут что-нибудь такое? Переключение. Странную штуку. Что я нажал-то интересного? Ой, это твой 3D-код. Но ты же у него монстра покрасил. По мне так неплохо получилось. Так что не гони, что мой. Он прикольная штука, я говорю. Просто вы не умеете его готовить. Но вещи в нем можно очень неплохие делать. Так, давайте тут подрисуем что-нибудь такое. Типа вот такую вот штучку. То есть то, что мы не слепили, мы это можем вот так вот дорисовать. Только надо посмотреть, вот, чтобы включена была. Ох, прямо, что это такое-то у меня? А, у меня прям супер золотые подковки. Вот, и можно вот здесь уже клепочки порисовать красивые. То есть вначале через Ctrl делаем ямки. Ну что, прям совсем, блин, ну что ж такое, руки трясутся. Вот, а потом можно вот так вот без контрола клепочки сюда поставить. И будет это прикольно смотреться. И вот здесь вот проклепаем. Прям посильнее.
Мне тот чувак тоже разрешил монстров делать с его частями. Вы что, ему все бросились писать, что ли, этому бедному Вандерхост? Вандер, блин. Монстров делать с его частями. Все, показал, теперь у меня это. Как это? Все, с монстрами покончено, вы теперь тут все монстрами этими зафлудить. Так, давайте-ка я 3D код перезагружу. У меня тут что-то какая-то шляпа началась. Почему-то у меня мышь инвертировалась. Именно ему. Да он прикольный пацан, с ним можно поболтать. У него тоже что-то, с его все вот эти ассеты, короче, скоммуниздили и выложили на торрентах. На CGP-ишься там. То есть, по сути, уже на халяву они. Дядьками знаком. Я не со всеми крутыми дядьками знаком. Я знаком с такими же, кто со стоками работает. С кем-то через Макса познакомился, с кем-то так вот. Но он не очень-то крутой, он, ну, как сказать, ну, в плане он недавно только вообще появился, как бы, да, это вот, как вот на этом, на конкурсе про самураев выскочил вот этот вот, как его, ну, короче, вот этот, сами знаете, кто, короче, его имя мы не можем называть в этом чате, вот, но я имею в виду, что его же тоже никто не знал, так и этот тоже, я кроме... Первый раз на него подписался еще, когда он выложил такого механического, да, механического такого киборга или что-то а-ля Quake, но в офигенно прикольном стиле. Я первый раз на него подписался тогда еще, ну, потому что он классно смотрится там. Кто хочет, можете к этому ван... Блять, ну короче, к этому голландцу, походу, судя по Вандер или что-то там, или немец. Ну, в общем, факт в том, что к нему зайдите, у него там есть реал-таймовый такой прикольный толстячок с двумя пушками лазерными на плечах. Блин, офигенно смотрится. Вот. Он его когда выкладывал, я, короче, на него подписался. А потом что-то он начал вот эту штуку строгать. Фанати. Ну, кстати, он как вылез, так что-то и пропал. То есть такой блеснул скиллом и ушел как бы в этот в тень. Вот. На этом конкурсе еще кто-то блеснул скиллом какой-то там, который бардача вот этого сделал. Потому что, честно говоря, вот прям у них фанатизм такой к детализации. Не знаю, я вот, конечно, не очень приветствую. Потому что одно дело, когда ты прям... Таким фанатизмом хреначишь, 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 а в итоге твоя лоуполька с такими ограничениями зверскими, она просто убивается. То есть, не знаю просто, и фанатизм, фанатизм и рознь, это просто, я так думаю, убийство времени, по сути, а не фанатизм детален. Ну или прикольно, процесс какой-то, процесс работает, всегда полезно. Ну да, есть там, но там единственное, что если ты не работаешь в Максе, я вот в Максе, говорю, не работаю. Я уже давно говорил, меня кто-то спрашивал на стриме, там узнал-то у него что-то новое. Да, я узнал, что в Максе можно прикольные штуки делать, блин, но сам я ноль вообще, ноль. Я первый раз, когда в него заглянул, все, я подумал, может что-то другое учить. Почитал, что Майя нужнее и, в общем, тупо на майку пересел. И то, что он там показал, ну да, офигенно круто. Ну да, половина нафиг не нужна, потому что просто качеством лоу-польки убилось. Ну, блин, молодец. За 50 дней сделал персонажа. Вполне себе AAA персонаж. Там как раз столько времени дается. Ну, приблизительно, плюс-минус. Если с такими темпами на сток, на тот же работать, ты все, можно сказать, тебя там не будет. И вот хочу Макс получить. Там реально вещи прикольно делают. Могут ускорить. Я по урокам Макса в Максе получал, потом он на меня интерфейсом пересел на майку. Ну, Макс сам периодически вроде говорит, что лучше бы он тоже май учил, по крайней мере, для анимации. Как я понял. Но. Ну тут я говорю, тут уже все. Ты как бы когда. Где-то круто навострился что-то делать, ну ты уже там привязан как бы к программе. Хотя я говорю, сейчас
как там, Джама, кто там, от кого там все фанатеют? Это Джаму, по-моему, или как его зовут? Челик, от которого все Blender-то рекламирует. Вот я говорю, он, да, Blender тоже, моя это боль была. Я не знаю, я в Blender залез, там что-то какой-то такой, я, ну, мне этот, как его, Родион говорит, типа, показал, как волосы делать. Я залез в Blender, типа, думаю, ща я так же сделаю. Блин, я прикирел там от интерфейса, он какой-то такой, знаете, вот, в чем-то у него он похож на UV layout. То есть он такой тоже простой, как бревно. Ну, пугает это, короче, сильно. Не знаю, я что-то это... Джама Джарубаев. Концептер какой-то. Ну, вроде как прикольный, хотя, ну, я говорю, как это, у меня таких кумиров, кроме китайцев, нету. Я считаю, что все европейцы, ну, или, не знаю, Джама, кто там, честно, не буду гнать, ни понятия не имею, но сам факт, что я, кроме китайцев, вообще не признаю больше никого. Работал. Что значит уже нет, Андрюх? Я что-то тут это не совсем понял. Ты к чему? Так, давайте я выгружу и перезагружу, короче. Блендер можно нынче настроить, как майка, поход к ему, стандартные его настройки, это трэш какой-то. Ну да, но я и говорю, я загружал стандартно. Так, ладно, выгружаем. Перезагружаю 3D Cloud, потому что что-то у меня, короче, какая-то инверсия, не пойми какая. Может, так и должно быть. Сохранить файл. Кого уже, его уже нету. Джама, да он вроде молоденький. Мужик-то. Сейчас Алекс слух пустил на стриме из 20 человек. Разнесется по интернету, как обычно. Вон сегодня эти китайцы, которые с ArtStation, они опять навыкладывали какую-то. Видите, опять у них опять прибавка. Тут плюс 3 работы. Прикольные, кстати. То есть, я так понимаю, это реально, короче, школа какая-то, что ли, походу. Интерфейс в Багоне там обновили тебя от Фрейда. Есть, но он уже не в Lucasfilm, а везде. Фильм последний, там, где про комп игры недавно вышел, он там тоже в конце «Звездные войны». Не, ну если ты себе имя сделал, то тебя, конечно же, на все проекты зовут. Хотя, честно говоря, не знаю. Не хочу никого бить, но дизайн что-то там так себе. Что-то крутое еще с Wi-Fi, нам 100% там концепт. Ну, я говорю, я не знаю, что-то. Те же «Звездные войны», блин, ну, пиздец, ведра, дизайн, ну, такой там убогий. Ну, Вейдер это, конечно, икона стиля, но горшок на голове, ну, это такое себе. Штурмовики, так я... Если не читать всякие отдельные книжки, типа, где там броня их не, типа, разобрана, что в ней там чуть ли не жить можно, как в доме, то можно еще понять, что они такие ведроголовые. Там же диспокраски в топологии Рига, где... Да.
Так, ладно, закрываем 3D-код, открываем его. Мы что, пугаемся, что мы тут понаделали? Сейчас оно все как прогрузится. Так, смотрим. Ну, в целом, вроде особо не убили ничего, ладно. Вот эти вот места надо будет побыграть. Хреново они смотрятся. Я думал, они будут яркими, желательно. Да чё, новая игруха, симпатичная стилистика. Чё за новая игруха? Так, чё там надо нам загрузить? Я вот в эту новую игруху поиграл. Я, кстати, правильно понимаю, что Scale под Unreal твоя модель должна примерно... Да нет, ты можешь скелет Unreal увеличить. Кстати, кто-то у меня спрашивал по поводу этого. Кать, ты что ли? Там хипс просто. Хватаешь за хипс, увеличиваешь и все. Там не нужен... Scale нужен для того, чтобы твоя модель была правильного размера в сантиметрах. Концепт фильмов... Ну хз, я не сравниваю концепт фильма и китайские модельки, я сравниваю сам концепт, который, честно говоря, мне не совсем не нравится. Про китайские модельки я ничего не говорю. Я имею в виду, что мне нравится их стиль, а то касалось именно... Star Wars прикольная сама вселенная, особенно когда я еще играл в Jedi, Jedi Outcast, Jedi Academy. Вот. Но там у меня больше сама концепция телекинезы и прочего радовало, а дизайн там, ну, по чесноку всегда был убогий. Не знаю, что там фанаты так прямо от него тащатся. Так, что нам надо-то? Я люблю молоко. Ты когда это пройдешь этот курс того челика-то, сделаешь фоторильную какую-нибудь мордочку, ты тогда придешь и будешь в чате понтоваться. А пока кивай, поддаки, понятно? Так, у нас загружается пока 3D код. Я тоже молоко из печи так. А у меня на молоко аллергия, походу. А так я его тоже люблю. Че, может, прервемся? Как раз разошла речь, а себе кефирчика налью. Посмотрите, пока грузится какую-нибудь классную заставку. Да ну это ваше молоко фигня. Не, молоко супер, особенно если с чем-нибудь там, с шоколадочками какими-то. Ну-ка. Блин, что за цирк? У меня персонаж кверх ногами перевернут. Да. О, теперь нормально. Ну хорошо. Так, ну ладно, давайте. Молочко, кефирчик, 5 минут. Можете отдохнуть от моего приятного голоса. Все, смотрим ролик. Наслаждаемся моей модельки. Я сам залип. Вот магички вроде неплохие получились. А что-то никто не покупает нихера. Надо на них брони навешать и вообще штаны с них снять. Тогда топ будет, я думаю. Ну все, короче.
Так, что там? Чё, Катька, ты тут чат разнообразишь. Так, а у нас с внутренней стороны больше видно, а с нижней не видно на самом деле. Смотрим, что можно сюда забодяжить такое тему. Так. Спад. Да, я еще раз говорю, а что? Иди спи. Кефирчик пьешь? Да. А можно мне попить? Нет, нельзя. Хватит мне отжимать еду. Нет, нет. Так. Все, тебя. Так, в общем, рисуем узорчики. Ничего себе, полкружки. Сама себе налила бы. Да, по-честному. Как государство 42% отжало. Так. Да, жена пришла и, блин, пол чашки кефира у меня схерач. У кого так же? Поставьте плюс. Когда вот это? На стрим с своим самоваром. Да я уже со своим самоваром почти 15 лет. Я уже привык к своему самоварчику. Плюс он у меня красивый. С хорошими формами. Короче, у меня красивый самовар. С ним можно на стримы ходить. И после стримов тоже можно. Ну да. Но я просто к тому, что, блин, вот у девки жалуются, что мужики такие. Ну и сами такие. Вот, что у меня вот жена, да, она вот сидит, она не хочет, не хочет ничего. И предлагаешь там, давай я тебе это сделаю, давай я тебе это сделаю. Блин, только я сел есть, у нее прям, она мне начинает отжимать. Все прям. Капец. В итоге я ничего. Плюс ты не женат. Как мне в свое время папа говорил, не женись, Андрюх. Я его в то время не слушал. Да нет, прикольно, если девку красивую найдешь и умную. Да? Я про другое подумал, но то такое. Да я никакой не профи, а бошки посмотреть нигде нельзя, я не могу их публиковать. Чё ты пропустила? У меня жена пришла и чашку кефира отхреначила. Я тут сходил, налил его себе, сахарку туда положил, короче, все приготовил. Пришла, короче, Людка и схреначила у меня пол чашки кефира. Печаль, Катя. Да ладно тебе, она потом это, стримы будет вести. Только анимацию на персонаж, да, делает, да, Катя? Или ты как 80%. Здесь практически сидят все, кто ну, почти закончил. А живот потом куда прятать будешь от такого питья? А чё? От кефира полнеет, что ли? Кефир вообще топовая штука. Какой-то ученый, короче, сказал, что чтобы жить 200 лет, надо либо удалить толстый кишечник,
полностью, либо фигачить типа каждый день кефир. Так что. А у всех мигал 3D код сейчас? Да не, просто меня так завалили этими бошками, что я ничего не успеваю, кроме них. Бля, радуйся. У меня есть знакомые крутые, которые, у которых вообще работы нету. Их никто ничем не заваливает. И они ноют: Андрюх, тебе что-нибудь дали, тебе что-нибудь дай нам, подкинь. А еще раз говорю, как бы, что сам факт того, что мне когда работу предлагают, они почему-то хотят вот мой стиль, мой уровень, ну не почему-то, а так и есть. Вот. А я не могу предложить другого человека. Они сходят, смотрят, типа, мне нам не подходит. Ученый на грани фола. Ну, кстати говоря, его, по-моему, как я слышал, теория имеет место быть. Ну, вот так, вот та, которая про кефир, не та, которая про удаление кишечника. Они на стоке не хотят работать. Ну, ты не поверишь, но на стоке работать не так легко. Нужно поддерживать ритм, выкладывать регулярно что-то. Нужно уровень постоянно повышать, потому что все твои конкуренты тоже уровень повышают. Нужно стараться в тренд попасть, допустим, ну каких-нибудь там вот, не знаю, космонавтов все стали делать, надо тоже космонавта сделать. И не хуже, чем они, и так далее. Вот, и в итоге, ты знаешь, я видел кучу работ профессионалов, там, кто выкладывает, и все, то есть одна работа, и все, и люди больше ничего не выкладывают. То есть, а там очень крутые, с конкурсов с каких-то выигранные. То есть, факт в том, что, я так понимаю, это не так уж прям легко, как тебе кажется. Но вещь неплохая. А что на щитках? Какие-то линии видны. Это из-за того, что я не дотянул этот сглаживание на хайполе, и у меня часть сетки запеклась. Но это даже может быть и плюс. Текстура разнообразится, как по мне. Вот именно в таких элементах. Одну работу сделал, и то херово, и все. И пару скупили, и на том спасибо. Ну, факт не в том, что пару раз купили, я еще раз говорю, а в том, что, ну да, тоже не надо отчаиваться, надо понимать, что нужно не одна работа, их нужно несколько. Вот тот же Миша, которого я сейчас вот показывал, ну видели, да, в принципе, очень недурно, там очень классные работы. Но он редко выкладывает, и у него тоже то покупает, то потом раз ничего не покупает и так далее. А потому что он, допустим, сейчас там уже месяца 4 там вообще ничего не выкладывает. Ясный перец. Работа отодвигается. Вот, и поэтому, ну, как бы интерес нужно поддерживать постоянно. Чтоб тебе отзывы писали негативные, как мне там какой-то дятел написал в очередной раз. Я уже жаловался, плакался вам. Что мне чувак написал, что я не отвечаю на комментарии других людей в Unreal, на сайте он-то в Unreal Engine. И за это мне поставил дизлайк на CG Trade. Представляете, бля? Я не отвечаю на Unreal, поэтому он поставил мне негативный отзыв на CG Trade, бля. Гоблин. А сегодня этот тоже Олег, тоже прикольный этот моделлер, сказал, что это ему чувак один дизлайк, знаете, за что поставил? За то, что он, короче, 50% скидку на модель сделал. Вот, а чувак купил у него, по-моему, модели 5. И сказал ему, типа, сделай мне то ли 60, то ли 70% скидку на модели, еще на несколько. Ну, Олег его благополучно послал туда подальше. Так он сказал ему, что
вернет деньги за модели, написал на каждую из этих моделей негативный отзыв и сказал еще, что деньги вернет и будет типа все равно ими пользоваться, типа с пиратским этим, ну, типа все равно их использовать. Представляете, какой пак. У меня бывали, конечно, гады, но таких, что прям в наглую. Это я что-то первый раз слышу такую историю. Так что я еще легко отделался. Бывают вообще жесткие типы. Так что я говорю, поэтому стоки это стоки. И каким бы ты ни был профессионалом, как и в любом начинании, на них тоже надо. Ну представляешь, вот реально совсем пиздец. То есть надо же такой подонок попался натуральный, бля. Мало того, что как бы пригрозил, да. Ну согласитесь, вот, ребят, даже вот ваши модельки, ну простите, что так я их сравниваю, как бы, но это действительно пока факт еще. Даже ваши модельки, которые вот вы вот как начинающие делаете, в Европе за них можно получить от 1000 баксов. Вы их выкладываете, как и я там, да, по 20 и так далее. И находятся все равно ушлепки, которые считают, что вы слишком дорого их выкладываете. Кисть я кручу 9.0 клавиши. Мне написали, что скелета нет, гуманоидного описания модели. Ну вот в том-то и прикол. Можешь смело такому чуваку писать, что в описании модели ничего такого я и не указывал. Хотя, в моих моделях тоже нет гуманоидного скелета. Но майковский скелет, если ты им делал, он легко перестраивается. Он может подстроиться под гуманоид. И это значит просто челик дебил. То есть то, что он не смог подстроить. Вот в чем дело. То есть там, скорее всего, этот клоун сам просто нихера не шарит. Но таких, к сожалению, дофига. Поэтому я говорю, тут нюансов очень много. И отчаиваться не нужно. Ну и поэтому, собственно, как бы ни казалось, но можешь на этих щитках нарисовать ремешки. Они там должны быть. Да, они должны быть. Вот они с краешку. А сверху там не видно их. Ну, да, я их нарисую попозже. Я сейчас вначале пытаюсь разнообразить. Моя задача сейчас сделать так, чтобы они не были похожи на те, которые до этого были у меня. А чтобы так сделать, надо их сделать покрасивее. Так что я говорю по поводу скелета, да, это очень интересная штука. Мне тоже, кстати, знаете, это как вот на самом деле все по первому времени. Вот когда в первые разы вы там начинаете что-то выкладывать, как вот у меня, блядь, придирается ко всему натурально вот. Но чем больше ты делаешь, тем уже вот эти косяки все подводные знаешь, что может быть. Просто заранее так пытаешься по максимуму отсечь. И вот я говорю, я сейчас самое проблемное место, куда меня вот ну, с 50 на 50 постоянно это Unreal. Но я, короче, фишку такую прикольную понял, что надо нарочно делать косяки, которые привлекают внимание, тогда они не видят других. Самое интересное, что как бы никогда претензий не было со стороны этих покупателей, кроме как к одному рыцарю, которого мне вообще там задизлайкали, да, чуть ли не до одной звезды. Потому что кто-то там не смог опять что-то настроить и так далее. Ну, короче, такие вот элементы как раз.
не смогли настроить там что-то скелет, там что-то физическую модель. Но я еще тогда не умел ее настраивать, это сейчас я уже умею. Ну, конечно, с опытом, а вы что хотели? Я говорю, даже чуваки, которые AAA модели выставляют, да, там, у них, к примеру, они выставили AAA модель, да, а оформление говно. Ни описание, ничего. Модель выглядит круто, но человеку, к примеру, надо лоу-польку, да. Он же не может по внешней крутости определить, лоу-полька это или нет. Потом смотришь на то, как этот человек, там есть такой, знаете, этот пункт называется, типа, ответ, ну, на сообщение. То есть, с какой скоростью ты отвечаешь на сообщения, которые тебе присылают. У этого чувака там чуть ли не 20, что ли, процентов. Ну, просто того, кого я навскидку смотрел, я не помню сейчас. По-моему, он какого-то космонавта выставил. Он, по-моему, даже на обложке этого был. 3D Game Magazine. Ну, короче, какого-то крутого типа журнала. Вот. И да, и вот, ну и чё, на вопросы не отвечает, судя по этому рейтингу отзывов, да, на модели ничего не указано, кроме того, что она там на обложке красовалась, там чего-то, ну и всё, и чё, вот он, реально очень крутой, ну, моделька такая, конечно, как по мне, но она крутая в плане, что она в свое время, да, мелькала на обложке там какого-то журнала. На заглавный, то есть это реально показатель. И сам факт, что да, и все, и одна моделька, как бы, и чел, видно, забил. Ну и так что стоки стоками, а ну это тоже надо заниматься, как и всем. Я вот 3D стоками начал заниматься и на 2D стоки подзабил. И все, там продажи тоже стали падать. Ну, они там и раньше падали, и без этого как бы. Но стали быстрее падать. Портфель не обновляется. То есть... В плане пугаю. С чем именно? По поводу чего я тебя напугал-то? Нет, на самом деле, а чё? Я там общепринятые эти, как Макс говорит, капитанство говорю, то есть это и так понятно, что если ты не делаешь ничего, то ясный перец, к тебе интерес падает. К примеру, выкладываешь модельки, да? А, вот я, вот пример прям из сейчас. Я не выкладывал почти месяц. Ну, получается, что я вроде как много чего делал, но в итоге я ничего и не выкладывал, да, то есть у меня сейчас рыцарь почти доделан, там этот почти доделан, этот, но сам факт, что я при этом ничего не выкладывал. Чё за квадратные скобки? А, так как альфу покрутить? Нет, я же говорил, 9-0 на клавиатуре. Или про чё мы? 0,9, да, крутится. Вот. И сам факт, что... Блядь, я сбил с мысли, короче. Чё-то я такое говорил и сбился. Тут посмотрел этого. Гори-гори, что ли, ярко или что-то. Брейд Берн, что-то такое. Смотрел кто-нибудь? Ты не выкладывал месяц модельки. Чего? А, ну да, вот, и короче это, то есть модели, они в перспективе, их много, но я их не из-за того, что не выкладывал, и короче и продажи, но сейчас еще и лето, это вообще жесткая тема,
Что-то прям вообще, ну, всегда проседает летом. Не знаю, вот эти игроделы, что ли, походу, только зимой дома сидят. Но сам факт, что, смотрите, фишка в том, что ничего, то есть все упало. А сейчас выложил вот сегодня модельку. И уже как минимум два чувака написали, работу предложили тоже по модельке поделать для игр, да, там два иностранца каких-то. То есть смотрите, видите, просто достаточно выложить просто модельку и все. А до этого тоже, и как бы это правило работает ко всем пунктам. То есть выкладывайте чаще, да, и скилл вы быстрее будет работать и так далее. Не выкладывайте, работайте на фриланс. Ну да, сделайте фриланс и все как бы. Вчера в Форсаж смотрел, который Хоббс и Шоу. Честно говоря, мне Дизель нравился. Он харизматичный чел. Да, может быть, он там какой-то понторез, там разжирел и так далее. Но качки, они на самом деле в межсезонье всегда жиреют. Потому что у них там набор веса-то идет, а сушки ничего нет. Но сам факт, что это... Я смотрел-то в основном из-за него так. Нет, гоню, я смотрел из-за редких дел, которые там бывали. Но Дизель все равно, он такой прикольный. Ну, я и говорю, там... Чисто на бренде попробовали выехать. Не знаю. А если предложили, а боишься, что вдруг не справишься, отказываешься. Можешь другу передать, как я делаю. Бояться будешь всегда. Потому что это, как этот, как кто-то говорил на стриме, это челлендж. Неожиданность. Не, норм, Кенчик. Ну, не знаю, но там же все-таки эти два самых брутальных самца нашего кинематографа, он должен быть крутым, я так насколько понимаю. Так, ремешки я буду рисовать в последнюю очередь, наверное, или нет, отдельным слоем их нарисовать. А ты его смотрел-то где? В кино или на этих, в пиратской бухте? Так, включаем кожу, текстуру кожи. Не, я просто не очень люблю вот эти все форсажные темы и боевики. Я люблю что-нибудь про монстров, по комиксам что-нибудь. То есть мне сюжет прям особо не важен, а вот важна именно такая вот визуальная составляющая. Пиратку в камрипе в 2К19. А, да, он же еще в кинотеатр ходит, да. Ну, не знаю, я хочу сходить, может, на этого, про крокодила, где там типа цунами, кто смотрел этот цунами в 3D называется. Где типа цунами затапливает город, и акул там несколько в гипермаркет попадает, и вот челики там от них по гипермаркету шифруются от акул. Вот выйдет такой же подобная киношка, только там будет дом частный, и там туда крокодил, по-моему, попадет. Silent Hill, ну, там только ради этого пирамид Хеда, как он жестко там стелки сдирает все, что можно. И, по-моему, единственный момент настолько брутальный в то время был, что, по-моему, из всего Silent Hill я только его и запомнил.
Да вообще жесть. Нет, ну на тот момент это был настолько такой вау-вау момент, что он, блядь, до сих пор реально в памяти вот остается. Не, на самом деле я вот порадовался, когда вышел этот мег монстр глубин. Я люблю про акул, там, про монстров, а вот что-то второй Годзилла меня не очень порадовал. Что там какой-то посредственный, блин. Хотя, я помню в детстве, когда показывали вот этого японского Годзиллу, который назывался что-то там Годзилла против Кинга Гидора или что-то такое. Старый такой. Мы, блин, с братаном, точнее, с двумя братанами, на него ходили 5 раз, блин. Вот на этого как раз Годзилла против этого Кинга Гидоры. И они его как раз в новом во втором сделали типа главным боссом. Silent Hill, ну, на любителя на самом деле кинцо. Такой ужасник. Но там вот эта вот идея, когда вот колокола начинают звонить. Типа, или нет, там, по-моему, это предупреждение, да, сирены. И вот это вот монстр этот идет там всех. В 3D, да, я с детишками ходил. Ну, с дочей и с подругой ее. Они на месте, где вот этот, когда на этого на китайский пляж напала, сожрала там этого пацана какого-то в шарике, и шарик этот лопнул, он в эффекте 3D, так он, знаешь, вылетает прям в рожу, короче. У меня оба пупса аж подпрыгнули на жопку. То есть я думаю, во, эффект 3D зашел. И я тут вспомнил, что я когда первый раз вот смотрел «Челюсти», это мне было, я даже не помню уже сколько лет, где там акула вылезала. Я тоже так подпрыгнул на этом на кресле, когда смотрел. Думаю, о, все как это, ничего не меняется. Омег, да, не порадовал. Ну, акулы же что, научились делать. То есть, сейчас там зверюшек 3D-шных, вон. И книга джунглей, и король лев показали, что все уже, пришло время 3D. Что-то ты как-то это... Вначале хотела ко мне на английском обратиться, потом подумала, что я его не знаю, и это... И решила на обычном. Да, ходил, я в кино ходил с детишками и со женой. А им понравилось. Блин, хер убьешь этого мегалодона, помню. Ну, на самом деле-то... Не знаю, как по мне, так... Обычная рыба, только огромная. И, скорее всего... Ну да, уже кто смотрит, у меня этот... Король барахлов. Так они на одно лицо-то и есть. По-хорошему-то. Не, они же сделали с помощью этого депфейка. Или как он... Который лица-то комбинит. Да, блин, что за херня. Типа, что... Подставили лица и, в общем... Ну, короче, я не знаю. Мне понравился Король Лев. Где просто живот. Ну да, на одно лицо. Они все... Ну, нет, я говорю, да. Они, может быть, поняли, что сглупили тем, что чуть-чуть им хотя бы мультяшные морды не сделали. Но, допустим, у меня ребенку очень понравился. Львенок очень понравился. Она там сидела, писалась от радости. То есть, ну, это же главное, то есть, это для совсем уже, ну, давайте по-хорошему, даже, не знаю, мультик это, ничего такого. То есть, как раз для детей, главное, чтобы детям он нравился, детям понравился.
Там графон норм, там после этого уже как бы о том, что все, в кино больше зверюшки не нужны, по сути. Особенно львы еще ладно, там есть небольшой момент, когда можно к чему-то придраться. А вот этот Тимон с Пумбой, или тот, кто там из них, этот мангуста, ой, не мангуста, а этот сурикат. Тимон, нет, Тимон, да. Тимон так вообще натурально выглядит. Я-то сурикатов кормил с ручек, но как бы помню, да, что он вообще вот клон. Реально, как на нормальный сурикат. То есть... Не-не, ну, давайте так, очень много фильмов в кинотеатре смотрится круто, но пересматривать, к примеру, их там, да, желания никакого нет. Вот кто-то, я смотрел первый раз «Аватара», когда вот, который собрал, ну, сейчас вроде его все-таки перегнал, эти «Мстители» последние. Ну, вот «Аватар», да, в кинотеатре он мне понравился в 3D. Но вот когда хочется его просто вот, хочется что-нибудь посмотреть, и я вот нахожу «Аватара», вот у меня реально прям отвращение, я не могу его пересматривать. Зато я 10 тысяч раз пересмотрел всех «Терминаторов», первого, второго, я имею в виду. Остальные это вообще не в тему. «Чужих», «Хищников», вот эту всю олдскульную классику кукольную. И я говорю, ну вот я говорю, есть фильмы просто, которые цепляют там, да. Также «Король Лев», наверное, на раз можно посмотреть. Ну, а больше как-то, ну... А больше как бы и не надо. Ну и мне, я главное, чтобы ребенку понравилось. Это же детский мультик. Ну, не совсем детский, но все-таки детский. Вот, так что... The Warcraft норм. Я Warcraft смотрел в кино, в 3D тоже. Вот знаете, просто кто в этот в IMAX все же были или никто не был? Здесь кто на стриме? Были в IMAX кто-нибудь? Я просто вот на последних Мстителей ходил в IMAX, и там как раз крутили рекламу вот этого Короля Льва в IMAX. И это просто вот по сравнению с моим городским. Вот, и я говорю, я смотрел просто там рекламу Короля Льва в IMAX, да, в этом, блин, не помню, у нас пиздец, он гигантский экран, там, на 4 этажа высотой, но там фишка даже не в том, что он огромный экран, а там вот этот эффект, он вообще совсем другой, то есть у меня в кинотеатре 3D, это даже 3D назвать нельзя по сравнению с этим вот с IMAX-ским 3D. То есть вот это то, что там они пишут, что специально для них снимается, для IMAX, это реально правда. Там кобздец просто, вот как вот ощущения разные. И вот там Король Лев в 3D. Слушай, там когда вот эти лани в ущелье спускай, меня укачивало. Ну, кстати, да, 3D это такая субъективная вещь, на кого-то очень плохо действует. Есть, по-моему, 20% народу, на кого это прям совсем печально действует, там даже может кровь пойти из носа. То есть серьезная штука. Вот, ну я говорю про то, что это... Да, подожди, после гравитации... Ну вот я говорю, нет, я просто к тому, что вот и там, когда вот эти вот те же лани, когда этого льва-то затоптали, ну, это к вопросу о Короле Льве, да, и вот там, когда эти лани сбегали с ущелья в IMAX, там реально хотелось к стулу руками прижаться, потому что было такое ощущение, как будто ты за ними с вертолета прям пикируешь. А в обычном кинотеатре в 3D, ну я посмотрел, ну что-то, блин, такое себе. Не, ну потеря сознания, что-то прям совсем на тебя хреново действует. Значит, ты в эти 20% попал, которым не суждено пока 3D смотреть.
Так, сколько мы с вами треплемся. Так я этот не понял, не совсем момент. А мы можем, да, больше 2 часов болтать или что? Кто просто разбирается в теме? Потому что я не помню, там, по-моему, как-то нифига не записывается он. Или записывается. А, после работы не жрать чипсы и газировка. Ну, чипсы и газировка — это жесть вообще. На самом деле, я в последнее время там не чипсы с газировкой беру, а этих мишек жевательных. Их можно прям этот весь сеанс жевать просто, не знаю, до бесконечности. А газировка с чипсами, они кончаются на этой. Кто со мной согласен, напишите плюсик. Газировка с чипсами в кино заканчивается на рекламе перед кино. То есть практически всегда, вот сколько я в кино не ходил, у меня потом мелкое начинает вопить, там типа: пап, я давай, можно я схожу, куплю себе что-нибудь, я все сожрал, и жена также тоже. И они потом вдвоем идут. Мало того, что на горшок, потому что газировку выпили и в туалет охота, так еще и это, перед кино, по сути, блин. Смотря сколько. Ну, это да, согласен. Нет, если честно, есть люди, которые чипсы кино едят, ты хотел сказать. Не, знаешь, я тоже люблю чипсы в кино есть, но я, как вежливый человек, прекращаю их жрать, когда звук в кино падает, чтобы просто это не хрустеть. А я вот тут ходил в кино, и какие-то 3 малолетних дебила сели. И специально перед кино рекламу пустили, типа это, выключить мобильные телефоны. Они посмотрели, одному из них позвонили, и он минут 5, ну благо кино там роли только шли, и он минут 5 там выяснял с кем-то отношения, сидел, бля, пиздец, дебилы. Да, такие есть, но, к счастью, их мало. Так, не знаю, зачем я делаю вот эту часть, потому что ее вообще не видно под плащом. Но я тешу себя надеждой, что можно будет сделать, может быть, еще и без него. И поэтому вдруг пригодится. Или на какого-то другого персонажа. Секрет в том, что выходить в кино в будние дни до 4 часов дня. А, ты знаешь, я в кино всегда хожу в 9 или в 10 утра. Я же на работу не хожу. Вот. Поэтому, когда я хожу в кино, там 1-2 человека сидят. Ну, не всегда получается, просто иногда, когда учеба там начинается, ребенок из школы, пока его заберешь из школы, там как раз вечернее. Вы не поверите, прикол был, я ходил на хроники хищных городов, вот, ну, где эти, кто смотрел, там гигантские города на гусеницах друг за другом катались. Мне, честно говоря, фильм очень понравился, но больше никому, я так понимаю, ни критикам, ничего, короче, вот. Но факт в том, что это, там мы с ребенком пришли, и там маленький зальчик был, и, короче, какая-то баба, ну я не против, как бы, женщин, ну ладно, хотят, ходят там, как бы, ну, то есть, и оскорблять, как бы, женщин — это вера грубости, но, блин, она реально тупорылая. Она притащила на хроники хищных городов своего наверное, лет 70 или 80 папу, деда, такого в полумирающем состоянии, где-то на, ну, почти, чуть больше, короче, на середине фильма, ну, ладно, на середине, этот дед, короче, чего-то испугался и хотел пойти на выход, но поскольку у него уже, видимо, или маразм, или что-то, я не знаю, он, короче, боялся спуститься, там такая ступенечка маленькая была, сантиметров, наверное, 5 высотой. И вот этот дед вцепился в поручень перед этой ступенькой и стал орать, что он боится спуститься. И женщина не могла его от этого поручня, короче, оторвать.
А дед прям передо мной стоял. То есть там идет махач какой-то зверский. Экшен пошел, и у меня этот дед перед глазами. И, блин, я вот все прочувствовал, всю горечь, обиду за этого бедного деда, которого потащили в это кино. Я не понял, что он на нем делал, короче. Нет, мне в «Хищных городах» понравился не масштаб, мне понравился этот «Терминатор». Каким должен был быть «Терминатор 3», 4, 5, вот таким, как вот этот. То есть чувствуется вот эта необратимость, как вот в первых частях. А не какая-то мультяшка там ходит, бля. Вот это там было классно. Все остальное, да, согласен, хрень полная. Но Терминатор там просто офигительный. И дизайн этот с горящими зелеными глазами, ух, прям. Мне вот именно очень, именно из этого фильм понравился. Как только его убили, я понял, что все, блин, можно с кино валить. Блять, пошел в кино на «Монахиню», и весь сеанс все ржали над вообще не смешными моментами. Когда Челика убили, они ржут. Я так бесился, просто пиздец. Ну, представляешь, просто как людей приучили к тому, что мочило там какое-то, это уже прям такая норма. Но с другой стороны, ты знаешь, это можно сказать такой резист от гадости. То есть люди просто уже выработали иммунитет вот к этому всему дерьму. И поэтому оно уже так не действует, скорее всего, как раньше. Привет, подскажи, как можно скейл одновременно нескольких мишей изменить в майке? Shift-S сдвигает миши так, что они не совпадают. Это потому, что у тебя пивот-поинты не совпадают. Тебе нужно нажать горячую клавишу D, поставить пивот-поинт в одну точку, и потом они будут одновременно скейлиться в одном и том же направлении и не расходиться. Ну, это мое мнение. Второй вариант — в группу их объединить. Тогда у них пивот-поинт будет общий, групповой. Это тоже можно сделать. Ой, так что да. Не, ну кино, не знаю, я вот, я говорю, уже давно как бы, и ничего уже особо не действует, и сюжет я особо не смотрю. Нет, хотя вот, если навскидку, мне вот по сюжету, кто не смотрел, посмотрите, понравился видок с Жераром Депардье, старый, не новый вот этот. Новый не смотрел, но я думаю, что хрень с Касселем второй. Первый прикольный был. Вот кто не смотрел, и не спойлерьте, просто посмотрите приложение, как называется, в котором я рисую сейчас, 3D-код. Вверху написано. Вот. И мне вот видок понравился. Потом понравился очень сильный исходный код, где челик там расследует в поезде взрыв бомбы или что-то такое. Тоже не буду спойлерить, кто не смотрел, посмотрите, просто охерительное кино в плане конечного концепта. Вот, он прям очень крутое. Ну и так вот, навскидку, я, наверное, больше ничего такого и не могу придумать. А все остальное я вот чисто ради эффектов смотрел. Константин прикольный, но я единственное не совсем понимаю. По-моему, мобильник еще неплохой. Вот в Константине я что-то единственное не совсем понимаю, почему его раньше не прихлопнули. То есть он вроде как какими-то амулетами и прочим защищен, но его там, по-моему, раз 150 могли прибить. И вот этот момент меня что-то не очень порадовал, что он какой-то, типа, вроде как всем мешает, но нахер никому не нужен.
А так, да, Константин, это класс вообще тоже. Киноделом руки выкрутят, так что норм сюжетов уже не будет. Ну, да это не зависит на самом деле от этого, по большей части. Дракула крутой. А какой именно? Этих Дракул было миллиард. Ты имеешь в виду, который самый первый, Брэма Стокера? Нужна драма. Драма то, что любит на самом деле. Я люблю закрученный сюжет, где только в самом конце выясняется. Вот, к примеру, тот же этот, тот, что молоденький. Не, это где вот он этот, с этим, блядь, как же он называется-то? Ну, короче, неважно, да, где он там целую армию турок раскидал, на Коля сажал. Слушай, про какого мы Дракула-то вообще? Их Дракул тьма тьмущ. Я помню Дракула, знаете, какого этот? Дракула мертвый, но довольный, с Лесли Нильсеном. Вот это топ. А причем толерасты к сюжетам? Ну да, кстати, сюжет можно, по идее, нормальный, дохреначить без толерастов, но просто визуальные составляют. А, ну можно. Толераст, кстати, могут испортить тем, что засунут просто. Хотя нет. Если сюжет неплохой, наверное, не испортит. Да я бы не сказал, что прямо ее такой бум. Ну да, пытаются они там запихнуть педиков и прочих. Но не знаю, как бы если актер классно отыгрывает, то почему бы и нет? По-моему, «Зеленая книга» — это неплохой фильмец, где вот этот негр играл там, по-моему, голубого пианиста. А, да, я сожитель. Не знаю, я не против вот этой всей штуки, и охотница — это полный пиздец. Идиотский юмор, блин, просто как конченый. Ну да, вот хороший пример, но это вряд ли из-за того, что там девчонки играют. Это я сомневаюсь. Там просто выбрали комедийных актеров женского пола, а шутки-то они не по своим же сценариям писали. Им нахреначили, скорее всего. Не знаю, мне кажется, что эта вселенная вообще говно. Охотники за привидениями-то? Не знаю, мне нравились две первые части. Вполне такие ламповые. Ну там, конечно, этот Мюррей тащил. Вот. А я не помню, он, кстати, живой сейчас, Билл Мюррей-то. Я его последний раз видел в этом «Добро пожаловать в Зомбиленд», по-моему. И он там такой же весьма пожеванный был. Ну, я говорю, на любителя. Любое кино. Я еще раз говорю, мне, к примеру, тебе просто 17. Да ему меньше, по-моему, еще. Ну и да. Не знаю, Алекс осмотрел, я не знаю, прям совсем этот эталон жанра чужого, хищников, я не знаю. Вот это вот олдскульное. Со Шварцем этот. Стиратель. Че ты шаришь, нет? Нет, подожди, если бы изъяли предыдущую часть, тогда да. А так мы сняли, но фига он смотрит, что такое. Не, ну вот если касательно охотников за привидениями, они же туда впихнули старых героев. То есть они попытались все-таки их эти соединить как штуки. Эмма, как пиво-то в одну точку сдвинуть на глаз один в один, такой сервер. Нет. Зажимаешь клавишу D и кликаешь в любое место в центр какой-нибудь одной сетки. И они все туда перемещаются.
Андрюх, уже 2:30 стримишь. Да я рисую себе спокойно, что вроде есть о чем поговорить даже. Это когда в тишине стримишь, уже что-то задалбывает, а так вроде нормально. Да нет, я из-за чего спрашивал про 2:30, я просто не совсем понимаю. То ли это связано с обработкой просто, когда обработка проходит, он начало удаляет, он только 2 часа берет. То есть как ни посмотришь, все время 2 часа ровно, и начала нету. Я поэтому все время думаю. Хотя мне кто-то говорил, что он так отрезает, когда обработку делает, а когда обработка стрима прошла, он нормально делает. Ну, то есть она обратно становится нормальной. Так нет, фишка в том, Кать, что все, я пошел на охотников не потому, что там, а потому, что я фанат был первых 2 частей. Я же не знал, что будет такая шляпа. Не, ну, можно было, конечно, из зала выйти и уйти. Но я думал, может быть, в конце там какой-нибудь твист будет, а там не твист, а ничего. То есть не вопрос о том, что, да, если бы я знал, что это за говно было, я бы не пошел. Но я стараюсь комментарии не читать. Потому что после того, как я на этот стрим, потом все будет. Не, там это вряд ли эксперимент, потому что мне кто-то уже писал, что это типа это, оно подгружается потом. Типа он просто обрабатывает, как бы 2 часа у него все время висят в таком этом буфере. Типа. Ну да, что, ну должно было не получиться, если это так и есть. Я просто не смотрел ни про охоте, ни про подруг Оушена и не получил травму, потому что это, знаешь, это вообще левый фильм, не имеющий другим частям. Ну, согласен. Здесь твоя женская логика тебя не подвела. А вот наша мужская подвела. Я, кстати, тоже. Нет, ну я вот, я, по-моему, один из друзей Оушена не смотрел. Я говорю, я больше люблю вот такое вот что-нибудь, либо совсем безмозглое, но с кучей спецэффектов, либо что-то, где вот прям в конце прям такой вот твист зверский. Ты сидишь, типа офигеваешь, думаешь, вот это молодцы заложили. Я такие люблю. То есть, ну... Мне вот, к примеру, нравился этот Шерлок Холмс с Дауни-младшим. Не потому, что я там фанат Дауни-младшего, а потому, что там в первом фильме мистика была. Во втором там тоже неожиданный поворот в конце оказался, где вроде как всю дорогу Холмс этого имели, как хотели. А в конце он оказался реально это все продумавшим, ну как бы почти все там, да. То есть я говорю, мне вот такие фильмы нравятся. Комменты на любые фильмы идти не хочется. Да, я помню, я комменты не читаю после того, как я в свое время был в мультик «Кунг-фу панда». Не знаю, кто смотрел. Вот. И я тоже начитался комментов, а потом мы пошли с друганом, с семьей в кино. И мы с друганом просто ржали, блин, больше, чем дети над этими всеми шутками. То есть я после этого вообще перестал комменты читать. Ну и плюс спойлерить не хочется. Ну да, фильм говно, но ты его оценишь. На самом деле по трейлерам можно уже понять, хрень или, или нормальное что-то. А мне другой Шерлок нравится, который с Кембербич. Честно, Кембербич не очень мне в роли Шерлока. Не знаю, почему его все хвалят. И сами сюжеты там не очень, как по мне. Если с тем же Ливановым сравнивать, Ливанов куда круче. Не знаете, что про Шерлока нравится? Кто не смотрел, может. Называется «Элементарно». Вот мне вот он больше нравится. Там тоже типа Холмс, ну, такой современный Шерлок. Ну, если не считать там всяких фишек. Но это не спойлер, там типа он, ну, как типа наркоман. Ну, как, собственно, и Кембербич тоже вроде как. Вот, и вся фишка в том, что там, да, там, по-моему, 6 или 7 сезонов, и они все очень классно смотрятся. А с Кембербичем, ну, не знаю. Актер неплохой, кстати, такой он, своеобразный очень.
То есть приятно посмотреть. Утонченный такой на вид. Но сам мне. Ну, Ватсон там, кстати, вот неплохо этот Хоббит, как его там. Ватсон, он там неплохо играет. Такой у него спокойный он такой, у него темперамент такой спокойный. Вот максимально он приближен на самом деле к нашему Ливанову с этим Соломиным. Кто не смотрел старый русский фильм Шерлок Холмс, смотрите. Собака Баскервилей вообще офигенно смотрится. И Ватсон симпатичная азиаточка. На самом деле она, как ее там, мне всегда Люси Лью или нет, или ну я путаю, она на кого-то похожа там. Честно говоря, она мне не очень. Но вот детективная составляющая там неплохая, особенно в первых сезонах. То есть можно посмотреть, кстати, наших в Англии признали лучшим. А он действительно неплох. Он вот при том, что он был снят во времена, я так понимаю, железного занавеса, можно сказать, он просто идеально передает вот этот вот английский, как сказать, английский быт, вот этот спокойствие, вот это вот. Шерлок, он такой, он не наркоман, ни хера никакой. Как из него, я не знаю, делают. Как вот пошла мода, когда этот Дауни стал такого играть немножко придурочного типа наркомана. И вот они все сериалы пошли на эту тему. Про Шерлока, как про наркомана. А Саакира вроде она, а хрен его знает. Вот, а с Ливановым, ну, я говорю, по мне так шедевр просто. И вот это, я говорю, в те времена, вот это, никаких спецэффектов. Вот эта мрачная лондонская атмосфера такая, постоянного дождя, смога, болото там, вот эта собака там, актеры классно играют там. То есть, я вот не помню, кстати, там Барримора, по-моему, Михалков играл, если я не ошибаюсь, кто в теме. Вот, и там, не знаю, мне вот нравился он очень. Да, там, по-моему, последней серии, где уже Мориарти появился, он похуже, как по мне. Но Собака Баскервилей просто шедевральная серия. Так там снято все с атмосферой, там, страха вот этого. Да, Михалков. Ну да. У Михалкова было пара хороших ролей, пока он не ударился в этот в исторический псевдореализм по секретным документам. Так, подскажи, как можно сдвигать противоположные симметричные вертексы меж одновременно в центр. Выделяешь два вертекса, включаешь этот уменьшение и тянешь красный или какой там квадратик. И они сдвигаются к центру. Асакира. Ну, не знаю, в общем, кто смотрел, да, мне вот он нравится больше, чем Кимбербэтчевский. Хотя в роли того же Доктора Стрэнджа он вообще топ зашел, как по мне. Так же, как Дауни зашел очень круто в роли Железного Человека. Он и в комиксах похож. И тут он отыграл на ура. Как нет эффекта, собака, измазанная фосфором. Ну просто вот знаешь, как бы это вот как вот ты когда вот проходил когда-то игру старую, там, ну, допустим, не знаю, там лет 10 назад я проходил игру, и вот мозг мой, он дорисовывает топовую графику. Короче, топовые параметры для той игры. Хотя сейчас ее просто страшно запускать, какая она пиксельная и так далее. Так и вот этот Шерлок Холмс, да, я его там смотрел, потом пересматривал еще раз 5, вот это, пока мне уже как бы совсем не приелось, то есть ничего необычного не стало там и все, и я как бы, но до этого момента, вот я сейчас вспоминаю просто, как я там сидел, когда эта собака бежала, и там бедный Ватсон уже все в последних этих там, когда его чуть не сожрали, и тут Холмс эту собаку пристрелил там с этим, с Лестердом или с кем они там бегали. Вот это тут прям, ух, такой захватывающий момент.
Че, еще один человек в теме азиаточек симпатичных. Не знаю, мне, кстати, она там не очень нравится, не знаю почему. Во-первых, я не фанат азиаточек. А во-вторых, не знаю, что-то как-то... Ватсон поприкольнее. Хоть ее там и зовут тоже Ватсон. Не, не буду я, короче, ничего делать. Что-то мне узоры эти не катят здесь. Оставлю, оставим такую. Так. Собака без зубов была. Я на паузу ставила на видике еще, чтобы посмотреть, что там. И там пасть без зубов. А я не помню. Я где-то смотрел разборку этой штуки. И там реально огромный дог был для фильма его. Там какой-то породистый. А, 12, это который пародия на фильмы Тарантино, где они там в одной комнате решают. Да, я смотрел, поэтому реально огромный дог был. Его для фильма там какого-то собаковеда брали. Ну или собаковода, короче. Он там призер какой-то, здоровенный такой собака. Там, по-моему, даже сейчас можно в интернете глянуть. Там она реально почти по плечо взрослому мужику. Вот. То есть собаку-то они нашли там нормально. Она и не компьютерная была, пипец какая здоровая. То есть там все было под реализм сделано. Элементарно седьмой сезон на торрентах появился. А я смотрел раньше на этом, на Сизонваре, а его потом заблокировали в России. Бля, не шарю, о чем вы? Ладно, пока все. Ну, давай, все, тебе спатеньки, пора уже. Тебе сказку-то прочитали на ночь? А вы, взрослые люди, вы еще со мной или тоже уже все заканчиваем? Малышей отправили, можно о порнухе поговорить. Кому какая нравится. Вот это. Чего, хорошо я тебя затроллил? Тебе понравилось? Теперь не уйдешь, будешь подслушивать, да, как я про порнов сказал. А ты как? А так, ты тоже в теме? Я-то? Я, конечно. Каждый день по 20 раз. Я ж художник. Мы ж должны чем-то вдохновляться. Тут так совсем грустно. Все передачи для взрослых начались. Так мы же уже начали про Асы Акира. А что там с ней? Она же вроде в порнухе не снималась. Не знаю, она мне почему-то всегда кажется, что она Люси Лью, блин. Не знаю, почему она как-то... Я бы не сказал, что все китайцы на одно лицо или кто там она... Но мне всегда казалось, что это какая-то Люси Лью, вот она что-то на нее прям... Ну да. По-моему, она в этих играла. Ангелы Чарли, по-моему, называется, да? Я загуглил эту актрису, хз, фотки какие-то.
Синкометра. Тионерк. Ну да. А нам-то взрослым мужикам надо, чтобы просто было о чем с женщиной поговорить, правильно? Это молодым там надо. А мы уже все. Нас надо было. По-моему, она в «Ангелах Чарли», да, по-моему, снималась. Вот это. Если мы сейчас о этой Ватсоне с Холмс с элементарно, который, да? Она же, по-моему, в «Ангелах Чарли», они, по-моему, древние, еще Кэмерон Диаз не была старухой, а к этой модели. Может быть, и не снималась, да снималась. Снималась она? Ну-ка, где пруфы ВКонтакте скинь? Я по-другому на этот сериал буду смотреть. Я скинула фотки. Ну, подожди, я перед сном. Ты, надеюсь, не очень, не самый страшный, чтобы я мог нормально заснуть. Так, а что это я так, кстати? У меня же здесь закрыто будет. Ну-ка. Что-то я, по-моему, Блин. А, надо вот тут вот. Бронька симпатичная получается. Ну, здесь, на мой взгляд, да, она может быть симпатичная, но надо не перебрать. Я знаю, я не могу остановиться, я вот фигачу детали. Там такая каша получается. Люся снималась в «Ангелах» элементарно. Аса в «Порнухе». Ну, так а я и говорю, что это Люси Лью, да, в итоге? А чего мне там мозги пудрите? Закрыли тему. Да ладно. О чем еще говорить в 23:46? Ну ладно, давайте сейчас мы ручки доделаем. Скинем. Мы прикалывались. Ну ладно, я серьезно. Кто прикалывался? Потом еще на эту броню я сверху накину как минимум два этих материала с маской потертости, чтобы она такая станет еще более такая текстурная, красивая. Вот тогда будет уже норм. А пока она такая блестяшка. Хотя я заметил, во многих играх, когда модельку распаковываешь, смотришь, они реально такие блестяшки остаются, не заморачиваются ни грязью, ничем не пачкают. То есть, как-то ценители женских не сдвигаются в центр. А ты это, Адабакедабра, расскажи, или что там Гарри Поттер говорил, может пока прокатит. Там все сдвигается, хотя я не совсем понимаю, зачем тебе симметрично. Сделай несимметрично, что по отдельности каждая. Так, ну ладно, все тогда, давайте закруглимся. Завтра
Напишите мне в чате, что завтра будем продолжать. Я думаю, до завтра я этот второй скин сделаю, буду третий делать, зеленый. И на этом, наверное, все тогда выложу уже, может быть. Потому что в четверг-пятницу у меня отпуск закончился, мне на работу надо будет сгонять. А там я стримить не могу. Там буду что-нибудь другое делать. До завтра. Мы еще не договорились, будем мы завтра что-то делать. Вы скажите, я не слышу пока. Че будем на завтра или все? Все устали от порнографии, которая была сегодня. Блин, еще одно пока. Да, делай. Ну, мне нужна эта аудитория. Он сегодня, видите, всех перетерли. И порномодели, и кимбербэтчи. Так прикольно. Не так скучно. Я даже кино сегодня никакое не смотрю. Он с вами болтает. Давай красить. Ну, давайте тогда, да. Я думаю, завтра я тогда... Смотрим, нет стрима, не смотрим. Хрен его знает. А это у меня же теперь 1000 подписчиков. Мне YouTube каждый день там какие-то эти открывает. Типа, теперь вы можете то делать, теперь вы можете то делать. Блин, я ж прям, у меня ж глаза разбежались. Я сейчас это прям загоржусь. Обеспечим тебе аудиторию. Ты главным материалом запасись. Ну, буду следующего перса делать, если со скафандром снимаемым. Только я не совсем понимаю, как его реализовать, чтобы он снимался на анимации. Но не знаю, я думаю, это будет прям топом, когда на это, на превьюхе раздеваться начнет. Или мужика сделать раздевающегося. Не все же это. ЛГБТ-сообщество тоже должно порадоваться. С лицом Люси. Слышь, лицо Люси надо еще найти. Хотя я где-то видел фотоскан. Точнее, не скан, а скульпт. И, по-моему, даже можно скачать. И, по-моему, нет, я не скачал. Или это не она. Ну, короче, то азиатка какая-то. По поводу лица, это надо вон Кате. Кать, за сколько мне сделаешь лицо Люси? За сколько возьмешь заказ? Чтобы китайская аудитория модельку раскупала. Так, ладно, все, давайте сохраняемся. Бесплатно, то есть даром. Даром? Да у нас даром же ничего не бывает, что? У нас все за деньги. Лучше асы. Блин, посмотри, что за асы-то, ёлки-палки. Ну, ты вроде искусный парноман, но, блин, о чем вы говорите, просто не понимаю. А ты что делаешь там, рыцаря давай своего доделывай. Ты уже должна была трех сделать. Броня на у тебя гнется. А в теории, если посмотреть какие-нибудь триплые проекты, там она гнется, только не очень сильно, если приглядеться. Но на реалии мне на эльфике запороли гнущуюся броню. Сказали, типа, что она не должна гнуться. Так что это, я советую ее, если гнуть прям, ну, совсем-совсем чуть-чуть,
Поэтому не знаю. Чуть-чуть надо ее, наверное, гнуть, иначе просто персонаж будет фигово сгибаться. Но с другой стороны, рыцари не сильно-то и гнулись, если прям совсем уж по физике. Придется просто из анимацию подделывать, убирать вот этот доворот корпуса слишком сильный. Как будто он и больше рукой делать. Она же фэнтези. Ну, фэнтези-фэнтези, а он на Unreal, видишь, сказали, что ни хера должна гнуться в твоих фантазиях, так же, как и в моих. Пришлось на кожу переделывать. После чего мне какой-то дебил гневный отзыв написал, что типа, какого хрена у тебя на CG-трейде она в металлической броне, а здесь она в какой-то кожаной. Мне типа не нравится. И как ты ноги будешь двигать на торсе? А она под этими, под тканью, она там спокойно гнется и нормально. Ну да, броня этого Тони Старк, железного человека. Может, даже больше этих покупок будет. Что за домашку? Да вы опять, вы все какие-то курсы проходите, потом все забываете. Так, ну что, смотрим. Рендор смотрим. Ну так вот грязи докиньте, в целом нормально вроде. Не, на курсы отправили по визам. Это было добровольно принудительно. Не, ну вещь-то неплохая, что попробуй. Визуализаторы тоже нужны и хорошие. Я вот не умею рендер настраивать не в реал тайме. Да и в реал тайме особо не умею. Мне вот тоже удивительно, откуда у тебя деньги по курсам шлятся. Они же не дешевые. Так, а что это? Их качаю. Так, ну что, почти 12 часов. Давайте просто посмотрим. Мне хочется глянуть, как это в движухе будет. И на этом месте мы тогда с вами закруглимся. Так, ух ты. Нихера тут. Вот это у него движение. Так, ну вот давайте, у меня тут просто что-то просвечивается, надо доделать будет. А так, экспортал жмем. Так, меч у него не отвалится. А, вроде нет. Давайте это в качестве теста. Давайте 1.20 анимация. Не, Кать права. Потому что, да, одно дело, когда ты смотришь и в каком-то одном моменте затык и все.
И другое дело, когда ты с преподом, особенно с шарящим. Интересно, какой он скин подхватит. Красный или синий? Даже интересно, не зависнет ли. Ну и если кто смотрел последний этот ролик от CJSpeak, там чел говорил, там спрашивал, типа, у кого сколько накачанных роликов и кто по ним что делает. То есть это тот тоже вариант. Да, наверное, не загрузится. Что, у нас сегодня рекорд 0 часов, а мы еще стримим. Просто не пришло еще время по ним что-то делать. Да нет, это так все. У меня тоже много тутеров лежит, которые я давно еще качал. Сейчас я понимаю, что для меня они уже вообще никакой ценной информации не несут. Мало того, там еще и ПО устарело. Майк 3.7 жжет, блин. Ладно, короче, видимо, Мармасет завис, как обычно. Собственно, ничего нового от него не ждал. Поэтому давайте останавливаем трансляцию. Все, ладно, если меня кто-нибудь уболтает, завтра постримим. Если нет, я себе отдых на 4 дня сделал. Все, давайте, пока-пока.